такое Строгино. Сейчас, секундочку. Сергей Загидулин. Ваши комментарии по сегодняшней игре. Тяжелая волевая победа. Много борьбы было, много единоборств. Ребятам благодарны, выстояли. За счет чего удалось выиграть? За счет чего? За счет, наверное, характера, воли, победы. А в первом тайме больше отсиживались в обороне, во втором уже пошли в атаку. Поняли, что можно играть против Салюта, или такая была задумка? Да нет, так просто мы понимали, что команда соперника играет дома. И по ходу счета матча они проигрывают. Естественно, они будут принимать попытки, чтобы забить гол. Да, там. Вот, соответственно, появились пространства, зоны за спиной. И все там, которые опасные моменты создавались, вследствие наших быстрых атак после перехвата, и есть когда, куда бежать. Поэтому, может быть, так и показалось. У Салюта сегодня было много стандартных положений, особенно угловых. Вы как-то специально тренировались перед этим матчем по отработке стандартов, по обороне от стандартов? Да у нас, знаете, в принципе, недельный цикл подготовки, он стандартный. И один из тренировочных дней мы посвящаем как раз отработке стандартных положений как в атаке, так и в обороне. А ваш Погорелов левша, или он сознательно перебрасывал, или просто это как бы удар на удачу по вашему? Мишка Погорелов у нас правша. То есть забил левой? Да? Забил не он, Виталий Барсук, но он как раз левоногий. А, Барсук. Да, Виталька Барсук забил, но он как раз левоногий. Вы не успели пообщаться, это был... Ну, я думаю, будем откровенны, он бил в направлении ворот, и мяч... Фортуна помогла. Вопросы будут? Спасибо. Спасибо.